что ж, тему платьев мы продолжаем. И продолжаем мы ее сарафаном Ариана. Кстати, уже многим знакомый лот. Ну, хочется, давайте напомнить, может быть, новый взгляд у вас появится на эту вещь. И цена все-таки привлекательная. 1999 рублей цена распродажи, Марина. Угу. Ну, а сегодня мы говорим о коррекции фигуры. И я сразу как стилист заявляю, что эта модель идеально подойдет для женщин с формой фигура груша. Когда нужно скрыть пышные бедра, идеальный фасон для вас. Соглашусь, еще такие приятные цвета. Посмотрите, изумрудный цвет и терракотовый цвет. И у нас есть еще сюрприз для вас. У нас есть, оказывается, третий цвет, он в наличии. Давайте посмотрим на цену. 1999 рублей. Вот, эффектно смотрится изумрудный. И давайте цвет. Встречаем нашу Леночку. Выбирает она цвет слива. Посмотрите, красивейший фиолетовый цвет перед вами. Любой цвет действительно освежает, дарит нам хорошее настроение. Лето уже не за горами. Выбирайте тот цвет, который нравится больше вам. Ну что ж, изумрудный идет к зеленым глазам, коричневым, карим глазам, к эффектным брюнеткам и блондинкам. Это изумрудный драгоценный цвет на Арине. 1999 рублей. Его стоимость и любой цвет выйдет вам в эту же цену. Расскажи, пожалуйста, все-таки сарафаны любят не все женщины в силу того, что, например, тоненькие лямочки, может, видно белье, не так удобно. Вот как работает этот дизайнер здесь, в этой модели, да, с этими проблемами? Да, здесь все продумано. Что касается лямочек, посмотри, они достаточно широкие, действительно позволяют скрыть белье под своей шириной. Очень красиво выполнен именно вырез горловины, очень красивая окантовка, достаточно широкая линия, которая контрастным цветом привлекает к себе внимание. Также у нас пройма выполнена в этом же цвете. И, конечно, мне хочется обратить особое внимание, это редкая модель, здесь у нас нет рукава. Все-таки, конечно же, такая модель идеальна для лета. Летом в очень жаркую погоду хочется носить очень открытые вещи, в которых наша кожа дышит. Вот, посмотрите, пожалуйста, очень красиво, очень практично, очень удобно. Здесь у нас открытый рукав, широкие лямки, декор очень контрастный. Мне нравится то, что здесь однотонный цвет сочетается с принтом, с цветочным. А мне, как женщине, нравятся широкие лямки, потому что не видно будет лямочек от нижнего белья. Все скрыто, все очень достойно. И цена достойная вас, наших постоянных телезрительниц. 1999 рублей. Как приятно порадовать себя. Правильно выбрать размер, потому что многие женщины хотят заказать этот сарафан Ариана прямо сейчас. Да, выбирайте смело размер в размер. Что еще можно сказать по поводу ткани и как правильно выбрать размер еще раз? Да, что касается размера, повторю, выбирайте размер в размер. Если так случилось, что вашего размера уже нет в наличии, то вы можете выбрать на размер больше это платье. Будьте уверены, что оно будет сидеть просто чуть свободнее, но также вам подойдет. Я хочу обратить внимание на то, что наша модель Елена сочетает этот сарафан с кардиганом. Сорель. Да, называется это кардиган Сорель. Посмотрите, отличное сочетание. Вот, кстати, в прохладную погоду вечером что-то хочется накинуть себе на плечи. Да. Вот, пожалуйста, перед вами отличное сочетание, целый комплект. Знаете, мы сейчас не заметим, как солнышко пригреет, растает последние лужи, и будет так тепло и так мило, что все кинутся искать новые весенне-летние вещи в магазинах. И на коллекции сейчас такие огромные будут цены. Но у нас остались какие-то лоты. Это сарафан Ариана. Вы можете успеть его заказать. И, слушай, и, конечно же, стандартный вопрос по уходу. Как считаешь, прихотлив в уходе или абсолютно неприхотлив. Опять-таки, дизайнеры думают о практичных женщин, которые, не хотят много времени уделять уходу. Вот, пожалуйста, я сминаю. Давайте я со всей силы прям отожму этот материал. Да, и посмотрите, вот абсолютно не мнется. Это значит, что такой материал действительно очень практичен и прост в уходе. Ну что ж, отлично. Это хорошая новость. Не только красиво, но и практично. И не требует много времени на утюжку, даже если утюжка не нужна.